Японский автопроизводитель Toyota Motor уменьшил на 1% свой прогноз годового дохода. В качестве причины называется падение продаж в Индонезии и Таиланде в третьем квартале. За тот же период Toyota продала больше машин в США. Но в отличие от своих соотечественников Subaru и Mazda, которые повысили свои прогнозы по продажам и прибыли, Toyota больше зависит от восточноазиатских рынков, которые испытывают проблемы. Падение продаж может поставить под угрозу звание крупнейшего мирового автопроизводителя, которое Toyota только что отвоевала у Volkswagen.